Да. Ребята, прикиньте, тут есть радио. Всем привет! Вот знаете, я иногда говорю, что женщины в возрасте начинают снимать ТикТок, и это выглядит, как будто их посетил маразм. Но знаете, скажу так, есть, наверное, некая доля зависти у меня. В том плане, что, допустим, лично я хотела бы, наверное, в их возрасте как минимум иметь такую самооценку, да? Не то чтобы для того, чтобы снимать такие же видео, нет. Я считаю, что видео это все-таки глупо. Но вот это их безумие и отвага, что-то в этом все-таки прикольное есть.